Сегодня в художественном музее открылась выставка, посвященная 155-летию художника Серова. Его картины вы наверняка знаете. Покажем несколько, чтобы вы удостоверились в этом. И это выставка одной картины, что примечательно. Это портрет жены художника. В фондах музея она хранится уже 45 лет, и ее регулярно показывают. Но сначала, перед тем, как полюбоваться на картину, мы послушаем лекцию. Прожил всего 46 лет, 30 из них занимался искусством. За эти 30 лет он оставил великолепный ряд портрет лиц ушедших эпох, глядя на которых, мы можем с вами увидеть, как выглядели люди, чем они думали, чем они дышали. Как она нарисована, очень интересно было смотреть, потому что репродукции, да, все равно видно, что это печать. А здесь не видно сама техника нанесения, сам материал, из которого сделано полотно. Вот это было больше всего интересно. Эта работа чем уникальна? Она интимна. Это не парадный портрет с орденами, медалями и так далее. Это интимность, и интимность буквально четкая линия, посмотрите. То есть не прорисованные совершенно наметки лица, прическа, скрытая, полускрытая, дальше что неизвестно, сидит, стоит ли. То есть это, по сути, работа-загадка. У каждой работы есть своя история. Кстати, нам рассказали, что смотреть на картины нужно определенным образом. С левого верхнего угла в правый нижний. Именно с такого ракурса все линии произведения выглядят идеально. И так, кстати, работает с любой картиной. Отходим на почтительное расстояние и любуемся. Дарья Демилер, Андрей Печоркин. День с толком.